בוקר טוב שלום לכם, שבוע טוב, פרשת מלאכות פורים, מלאכות מצדה, ראשון של דברי תורה לנשמת כל היצורים, לחנן חסר ותמר, יוסף, יעקב בן יפה, וגם להצלחת עם ישראל ורפואת עם ישראל, רפואה שמעה לרוחם בן מרים, וגם שמעון חיים בן מזל, אברהם בן ברכה, לריסה בת שורה, בעזרת השם רפואה שלמה, פסימו יברסקו נרודו. Третья глава, которую мы добавляем в месяце Адар, это Парашат Пара. Глава, которая говорит о красной корове, о пепле красной коровы, которая очищает еврейский народ от духовной нечистоты. Эта недельная глава всегда читается перед Парашат Ходеш, перед четвертой недельной главой. Поэтому иногда после второй недельной главы может быть пропуск, чтобы третья и четвертая главы, которые мы добавляем, третья и четвертая параши, они шли друг за другом. Поэтому сначала читается недельная глава, как обычно, читает там 6 человек. Потом Мафтир читает во второй Торе, «Вейку элеха пара адума, и принесут себе, и возьмут себе красную корову». Это книга Бемидбар. И по мнению некоторых мудрецов первых поколений, решоним, это чтение тоже является мицвой по Торе, как и парашат Захор. Поэтому и для этой параши нужно вынести самую лучшую, красивую сефер Тору, читать со всеми знаками препинания. Желательно женщинам тоже прийти в синагогу и послушать эту главу, точно так же, как и парашат Захор. И после этого мы читаем Гафтара и Бенадам Бет Исраэль Йошвим Аль Адматам из книги Йехескеля, потому что там говорит пасук «Везаракти Алехем Майм Тегоним» – «Я брошу или я окроплю вас чистой водой». То есть как же, так же, как и вода, смешанная с пеплом красной коровы, очищала еврейский народ, то и в этом пророке говорится об очищении еврейского народа. Безрат Ашем, чтобы это произошло в скором времени, в наши дни, с приходом Машиаха. Амин. 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 Амин.